Всем большой привет, с вами Гантриус, мы сегодня играем в Angry Birds Epic, и да, сразу извиняюсь за то, что будет немного лагать, потому что, ну, блин, это Angry Birds Epic Low, он всегда лагал у меня, на Блюстаксе тем более он будет лагать, потому что, ну, вы сами видите, прекрасно 30 FPS, я специально подставил, чтобы, типа, узнать, сколько у меня FPS, так что, ну, вдруг чем, так что, да, я пока что проходил первый уровень, и прочее, так что я играю, сколько спустя, ну, например, 2 года я не играл, наверное, в эту игру, или 3. Не помню, на самом-то деле. Не, конечно, попробую разобраться, конечно, типа, вот... Ситуация, видите, лагает очень жестко, на самом-то деле. Это очень плохо, но я попробую разобраться, реально. Ход свиньи. Так, смотрите, мы просто применяем. Бум, 32. Жесть. Отлично, перец используем, перец, ну, потому что лоу, я это знаю. Не глупый все-таки. Изи, в принципе. Да, нормально, неплохо, 16 тысяч и щит, да, полюбас. Ну, естественно, это начальный уровень. И плюс 2 хп, неплохо. Ну, бет, рули. Да, в эту игру, капец, я долго не играл, на самом-то деле, очень долго, прям супер долго. Не знаю, как пойдет дело вообще по Angry Birds Epic, потому что, ну, блин, я толком не знаю о ней ничего уже опять. Придется все заново осваивать практически. Я попробую немного потом исправить еще вот эти лаги, собственно, хотя бы, чтобы было приятно, комфортно смотреть хотя бы сами эти летсплеи, потому что... Я не знаю, почему Блюстакс у меня лагает, хотя у меня компьютер довольно не слабенький. Так, смотрите, у нас тут сценка, ну и понятное дело, я это уже видел, наверное. Да, понятно, я ее, короче, уже видел. Так, ага. Ну, блин, видите, лагаете, очень, очень жестко лагает, извиняюсь вот за это еще раз, очень сильно извиняюсь. Потому что я это не могу тупо исправить, просто не могу. Потому что Блюстакс сам лагает, по сути. Даже эмулятор, лол. Тут. Так, окей. Свинка обычная. Я знаю, что она делает. Она, короче, перец у нас ослабляет. Ну, неудивительно. На, тупо. Она, в принципе, мало урона наносит нам, в принципе, потому что вот... Ага, ну, типа, ну... Очень понятно. Так, пятачки дают нам. Так, собственно, тут у нас, ну, это... Тупая, глупая свинья. Так, давайте вот так вот сделаем. Да, я слышу, что как вот звука нет, типа они не щекочут там, типа не смеются. Это потому что, ну, это стандартная проблема, на самом деле, Angry Birds Epic. Потому что я встречал это и у Залела, официала Залела, вот этого чувачка прикольного. Который тоже снимает, кстати, Angry Birds. Вот видите, очень лагает. И давайте освободим сразу же Чака нашего. Уф. Ну ладно, мне. Давай. Отлично. И... Ну-ка. Ну. Неудивительно, в принципе. Не знаю, ребят, как вы оцените данный ролик Angry Birds Epic, потому что, ну, все-таки я впервые играю, ой, ты такой впервые, ну, спустя 2 года. Играю, или 3 уже. Нет, все-таки 3, реально, 3 года где-то не играл. Вообще, честно, я не знаю, почему Блюстакс, еще раз говорю, лагает, это не мои личные проблемы уже. Да. Серия будет довольно короткая, потому что не хочу затягивать ее надолго, потому что ну смысл? Зачем затягивать долго эпик Angry Birds? Зачем? Даже глупо. И, короче, наши герои вырвались, короче, все четенько. Так что, да, новый чак, могучий волшебник, урон всем врагам, отлично. Слушай, ты чё офигел? Так, сила команды 16, отлично. Погнали.
Мы, надеюсь, мы одолеем на самом-то деле. Очень надеюсь. Некоторые моменты все-таки я буду вырезать некоторые, потому что, ну, иногда лагает. Упс. Так, и давай на Чака. У него есть все хп. Да. А мы на себя примем урон. Нам чтоб этого не вынесли. Все. Это было довольно просто. Супер, классно. Так, и ну ладно, не расстраиваемся, в принципе. Смысл расстраиваться из-за награды. Игра на самом деле довольно качественная и сделана, в принципе, довольно неплохо, но все-таки она лагает очень жутко, даже при мощных компах. Ну, это, в принципе, естественно, проблема BlueStacks, либо самой игры, которая не оптимизирована. Уж когда я скачиваю, она сама говорит, типа, PMarketWave, возможно, эта игра не оптимизирована под ваше устройство. Ну, логично. То есть основные игры Rovio немножко оптимизированы, а вот это нет, то есть отстой. Это то же самое, как с Angry Birds Transformers, только они там уже, типа, надо скачивать BlueStacks 3. А это, как понимаете, говно. Так, ты задолбал уже. Разница, тварь. Давай же. Так, 12. Слушайте, 12, это уже побольше. Реально. Попробуем. Окей. Окейушки, окейушки. Мы здесь, we're here. Так, что ты у нас делаешь? Угу. Угу. Ну давай. Ах ты, собака, не сдохнешь. Давай, сдыхай. Отлично. И у нас второй уровень, кстати, неплохо, not bad. Оу, две звезды. Пофиг. Вообще пофиг. Как-то не особо важно. Так, собственно, второй уровень. Здоровье, атака птицы увеличено. И давайте погнали. Так, давай грузить быстрее. Так, 14. Ну, слушайте, давайте погнали, рискнем, why not. Хотя вот если не сколько было, 12, 16, не помню. Не, 14 вроде было. Или 16. Нет, вроде 14 или 12. Не помню уже. Так, собственно, что ты у нас делаешь? Так, неудивительно. Да ты серьезно? А, блин. Уклонился. Давай. Тупо минус, Челикс. Тупо минус сало. Ну, две звезды. Не печалясь особо. Потом принц сало будет вообще жесткий, реально. Наверное. Я не особо проходил игру до конца, потому что, ну... Потом передумал, что долго проходить, неинтересно. Ну и потом забил, просто хрен. Так что да.
Так, так. У-оу. О-оу. Вот что-то со свиньей происходит непонятно. Так, и давайте заберем нашу наковальню и на этом закончим потом. Не хочу растягивать реально долго очень, потому что, ну, смысл растягивать видео постоянно. До 20 минут, 30, 40 там. Или вообще целый час, ага. Записываю целый час Angry Birds. Ладно, пошутил. Чё за некие лаги, дикие вот эти лаги тупые. А что сейчас говорю, не моя проблем. Ох, блинский. Ой, пожалуйста, только не на рядом. Падлы. Так. Ну, главное, чтобы еще его аниму из ним измочили, вот этого Челикса. Не знаю, сколько это мудрое решение, вот эти я делаю. Но точно я думаю, что я правильно что-то делаю. И ты. Все. Ну, в принципе, на 2 звезды снова. Но меня это не особо волнует. Окей. Ура, наша наковальня вернута. Так, и они типа уносят эту тупую... Волшебная наковальня, отлично. Прикольный, кстати, арт, на самом-то деле. Runner, not bad. Так, войти в Google, но пока что я не буду выходить куда-то. Так, отлично. И 3, not bad. Отлично. Супер. Какую-то скрафтили палку с вилкой. И с кораллами. Странное какое-то сочетание, конечно, но ладно. Так, собственно. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Я знаю, короткая серия довольно по сравнению с предыдущими какими-то летсплеями. Моими прошлыми. Так что всем удачи и всем пока.